собрании района Новопеределкино Макаренко Эрнест Эммануэлович. Здравствуй, страна! Сегодня День Победы, один из главных праздников нашей страны. И мы, потомки великих героев этой страшной войны, сегодня склоняем голову перед павшими и чествуем живых. Дорогие мои, с праздником вас! Здоровья вам, счастья, радости, удачи, любви, солнышко в каждом вашем сердце и мирного неба над нашей огромной страной! И русский дух непобедим! Ура! С праздником, дорогие друзья! В нашей стране нет ни одной семьи, которая бы не была задета Великой войной. И пусть все реже, год от года, строй героев, мы помним, любим, чтим тех, кто ковал победу на фронте, защищал ее в тылу. Мы детям своим говорим о ваших подвигах, о славе. И так из поколения в поколение гордится мужеством героев народ. За вас, ветераны, здоровья вам от всех живущих, герои, подарившие победу. С Днем Победы! Ура! Спасибо, спасибо большое. Татьяна Тимофеевна, спасибо большое, Эрнест Эммануэлович. Дорогие друзья, наш концерт продолжится буквально через несколько минут. Мы выйдем в прямой эфир на канале ТВЦ. Праздник продолжается.